Группу Terence Trent D'Arby знают практически все. Это группа среди хитов, которые такие вещи, как Sign Enemy Cross My Heart, пара других вещей. Но это как бы вот вещи, которые в 90-х годах вошли в историю английской поп-рок-музыки. Песня, которая была, пожалуй, самой известной и вошла в историю тогда, называлась Sign Enemy Cross My Heart. Sign a name across my heart, want it to be my baby. Ее знают все. А это хит, это как, не знаю, Абба, Мама Мия, к примеру. Это очень интересно, к сожалению, Терренс в последнее время ничего не делает. Ну, то есть он что-то делает, но это не выпускается, это не выходит. А Энди работает постоянно. Энди, кстати, он весьма известен как Энди Уитмер, как аранжировщик, как композитор. Он записал множество проектов, среди которых «Сестры Минок», Кайли Минок, Дэн Минок, Flower, много-много-много поп-проектов английских. Так что он котируется как такой сонгмейкер. Группа Terence Trent D'Arby была организована с участием солиста Теренса Трент Д'Арби, весьма интересного вокалиста, и аранжировщика-клавишника Энди Уитмера, с которым мы познакомились в году, если не память изменяет, в 98-м в Лондоне, когда я жил у актрисы Ванессы Редгрейв. Ванесса Редгрейв знает все. Это практически русская Любовь Орлова. Поскольку она все время была на съемках, периодически, в своей квартире она практически отсутствовала. И я каждый раз, оказываясь в Лондоне, у нее жил. Это был замечательный район, где живет вся лондонская богема, которая именуется словом «чизик». Там жили актеры, живут художники на протяжении веков. Вот туда в первый раз приехал ко мне Энди, когда мы с ним знакомились. Вот, мы выбирали место для встречи, говорю, чего выбирать, выбирай. Приезжай ко мне, я вот Ванесса, Ванесса сейчас на съемках, снимали они фильм тогда «Миссия невыполнима». Вот, и Энди приехал ко мне туда. Мы с ним очень мило пообщались, очень подружились, с этого началось наше сотрудничество. Первое, что он сказал, «О, nice flat you got here». Я говорю, ты знаешь, дружище, это не моя квартира, это квартира Ванессы. Он говорит, какой Ванесса? Говорю, Ванесса Редгрейв. Вот. И с тех пор, собственно, началось наше с ним плодотворное сотрудничество, дружба, которая продолжается по сей день. Мы долго сотрудничали, долго работали, долго играли, много ездили. Поскольку группы как таковой сейчас не существует уже, то у нас сохранились дружеские и коммерческие, не знаю, не люблю это слово, отношения. Мы практически что друг от друга делаем.